Приложение для общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья, автоматическая охранная турель и нейросеть, которая умеет распознавать ядовитые грибы. Все это не оригинальные разработки передовых IT-компаний, а изобретение участников школьной научной конференции «Марс IT», которая на днях подвела свои итоги. Ее участниками стали школьники со 2 по 11 класс из разных городов и регионов. Очень, практикоориентированные приложения были у ребят, которые показывают, что действительно уровень их понимания тем достаточно хороший. Они очень глубоко погрузились, изучили вопросы. Это очень радует. Это говорит о том, что уровень ребят действительно выше того, что дают им в школе. Да. Отличительной чертой конференции в этом году стало обилие проектов с использованием искусственного интеллекта. Пока взрослые привыкают к технологиям будущего, дети уже вовсю используют их как инструмент для решения самых разных задач. Мой проект – умная кормушка для автоматического кормления питомцев и всеми «Умный дом». Моя цель была создать умную кормушку. Моя умная кормушка может управляться с кнопки на кормушке, с кнопки в приложении и от голосового помощника Алисы. По словам организаторов, участие школьников в конференции «Марс IT» – отличная возможность заявить о себе, рассказать о своей разработке и получить ценные советы и рекомендации по ее внедрению в жизнь. У ребят из старших классов есть и более прагматичные поводы для участия в мероприятии. Ну, если вы, конечно, финалист и победитель, то вам будет какой-то приз в плане денежный и еще в последние вот две конференции получается. Вы, если финалист, получаете дополнительные баллы к ЕГЭ. Просто при поступлении в ульяновские вузы это, несомненно, очень важный достаточно критерий при участии на конференции. Помимо прочего, участие в конференции для ребят – это отличная возможность уже на школьной скамье завести полезные знакомства и получить предложение от будущего работодателя. Я увидел очень много высокопоставленных людей, мне очень это интересно, особенно ректоры университетов и руководители самого предприятия. Я думаю, что я точно буду рассматривать вариант поступления в эти вузы, мероприятия, возможно, даже буду специально обучаться, чтобы потом прийти именно работать именно сюда. Результатами 6-й научно-практической конференции учащихся Марс IT стали несколько десятков высокотехнологичных разработок талантливых школьников. Но главное, для многих ребят участие в мероприятии стало надежным билетом в перспективную профессию. Юлия Шагунова, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.